Четвертый год подряд «Газпром Межрегионгаз Пермь» награждает подарками своих абонентов. Потребители, которые всегда в срок платят за газ и закончили год без долгов, автоматически становятся участниками конкурса «Добросовестный абонент». Жеребьевкой из каждого района выбирают по два победителя. Конечно же, очень приятно, что такое предприятие как бы уделяет внимание своим потребителям, что не забывают. Очень приятно, что самые добросовестные обычно являются люди более пожилого возраста. Я вот, как представитель более молодого поколения, тоже считаю, что нужно все делать своевременно. Это дисциплинирует. Газ получаем стабильно, и наверняка надо стабильно за него платить. Вот мое резюме. Все победители получили сертификат на покупку бытовой техники. Как говорят газовики, население своевременно платит за ресурс. Собираемость платежей на уровне 100%. Из 750 тысяч абонентов «Газпрома» только по городу добросовестных более 200 тысяч. Совсем другое дело юридические лица. Например, текущая задолженность теплоснабжающих организаций достигла 3 миллиардов рублей. То, что мы сегодня делаем, это обыкновенные штрихи обыкновенной порядочной жизни. Вот вы оказались одними из самых порядочных тех, кто потребляет газ. Спасибо вам за то, что вы вовремя за него платите. По статистике, после таких акций число добросовестных плательщиков за газ увеличивается примерно на 11-12%.